Привет, народ! Тротуарная плитка. Сегодня хочу я вам предложить способ, как избавиться от сорняка на тротуарной плитке за очень бюджетную сумму. Значит, гербициды от сорняка покупать очень дорого. 5-литровая канистра стоит от 5000 рублей и выше. Ну, это очень дорого. Тем более, если вам такой объем, конечно же, не нужен, то и покупать такой объем, ну, это просто растрата бюджетных денег своих. Сорняк на тротуарной плитке — это некрасиво, это разрушает это покрытие тротуарное, то есть плитка становится неровной. Корневая система сорняка, она приподнимает плитку там, где она прорастает, то есть покрытие становится неровным, ну и неприятно на это смотреть. И сегодня я готов вам предложить способ, очень дешевый, очень бюджетный, как бороться с таким сорняком, с любым сорняком, всего лишь за 8 рублей 60 копеек. Это стоимость 1 килограмма соли. Это соль под высший сорт. Есть еще соль, она стоит 14 рублей за такой пакетик. Ну вот, я взял соль за 8 рублей за такой пакетик. Здесь 1000 грамм. Вот. И сейчас мы его будем растворять в водичке. И нам для этого понадобится теплая вода, достаточно теплая вода, чтобы у нас соль хорошо растворилась, потому что мы будем разбрызгивать вот этот вот, значит, солевой раствор с помощью садового опрыскивателя, чтобы нам форсуночки не позабивала нерастворенная соль. Значит, для того, чтобы сорняк погиб, концентрация соли на литр воды должна быть довольно-таки высокая, поэтому на 5 литров воды я буду использовать 2 пакетика соли, чтобы это было наверняка, чтобы это было максимально на долгое время, потому что даже гербицид справляется со своей задачей, ну, на период где-то до месяца, потом другие семена попадают и сорняк начинает прорастать сквозь плитку снова. Вот. А в отличие от гербицида, который через почву может попасть и на культурные растения, здесь такой проблемы не будет. То есть, если вы не попали на листья культурного растения, то ничего страшного не будет. Вот сейчас вот побрызгаем, и нужно будет результат подождать в течение, ну, суток. Самое главное и самое важное при обработке и после обработки, чтобы не попадала вода, то есть не было дождя или там вы не поливали и так далее. Итак, давайте приступим. Сейчас будем растворять нашу соль. Погнали! Итак, берем пакетик с солью. Раскрываем его и засыпаем. Надо сделать дырочку побольше, так мы будем долго засыпать. Вот так вот.
А, я буду растворять по одной пачке и потом заливать это в опрыскивателе. Две пачки будет тяжеловато нам растворить, потому что сильно большое количество. Шалочку возьмем. И размешиваем. Хорошо размешиваем соль. Концентрация соли предпочтительной должна быть такая, что вот, видите, она уже не может растворяться в воде. Уже вода насыщена солью, и поэтому она до конца ее растворить не может. Вот такая концентрация должна быть соли. Сейчас соль осядет, остатки соли осядет, и можно будет заливать. Итак, заливаем соль в опрыскиватель. Резиночку не потерять. И желательно осадки не заливать. Так, вот осталась соль нерастворенная. Она пойдет у нас на следующую баночку. Готова наша вторая баночка. Сейчас мы ее тоже зальем. И вот у нас остается осадок. Ну, его можно тоже растворить и долить. Дорастворили мы остаточки и выливаем. Вот у нас практически тут не осталось ничего. Итак, заправляем. Накачиваем и идем опылять. Стараемся так, чтобы на культурные растения не попадало. Хорошо, обильненько надо это полить. Распыление держим низко. Чтобы не попадало на цветочки. Но сильно портит плитку вот эта вот поросль, она его приподнимает над уровнем. Самое главное, чтобы не пошел дождь.
Вот видите, как она ее плитку поднимает. И здесь побрызгаем. Ни к чему она нам тут. Трава, мурава. Вот, народ, смотрите сразу, какой эффект. Растения начинаются ложиться к земле. То есть я вот только прошел, а соляный раствор уже начал работать. Вот видите, уже чахнут. Но окончательный результат будет либо к вечеру, либо завтра. Ну что, народ, вот он весь закон подлости, который, как всегда, нас преследует. И проявляется он в самый нужный момент, когда вы долго не мыли машину, и помыли машину, пошел дождь. Или когда вот в данном случае мы с вами обработали соляным раствором наш сорняк, и вот он, закон подлости, пришел нам на выручку. Но прошло 3 часа, я думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы сорняк погиб. Вот какого состояния он сейчас стал. Весь пожухлый. Вот так вот. Будем ждать окончания дождя. И не пропали ли наши денежки зря. В моем случае это 2 бачка, 4 килограмма соли, 36 рублей. Даже меньше пачки сигарет. А представляете, если было бы как обидно развести дорогущий гербицид, обработать, и пошел дождь. Так что вот так вот, ждем дальше результатов. Такой у нас сегодня дождь с радугой. Ну и вот смотрим результат вчерашней обработки. Вот был конкретный дождик у нас тут. Прошел. Вот. Даже с учетом того, что был дождь. Сейчас мы это дело все хорошо посмотрим. Вот, видите? Как сохнет трава. Это даже с тем учетом, что прошел дождь и солевой раствор посмывало. Ну вот, видите. И это все высохнет. Вот. Все это дело высохнет. И ничего не останется. Так что метод работает. Итак, народ, вот такой вот простой, дешевый и эффективный способ борьбы с сорняками на тротуарные плитки. Я не знаю, может быть, его можно где-нибудь использовать и в другом месте, я не пробовал, но я вот таким способом борюсь с сорняками на тротуарной плитке, которые через некоторое время все-таки ее разрушают. Вот. И самое главное, в отличие от таких сильных реагентов, которые применяют на полях
и так далее, которые стоят бешеную кучу денег. Этот способ для соседних культурных растений абсолютно безопасен, потому что даже если пойдет дождь и соль попадет в почву, концентрация ее в почве будет ничтожно мала, в отличие от таких реагентов, которые убивают корневую систему и проникают через почву, этот способ абсолютно безопасен. Так что, кому было полезно данное видео, пальчики вверх обязательно, потому что для владельцев частных домов это актуально. Некоторые тратят очень большую сумму денег на это. И вот у меня концентрация, значит, получилось 2 пачки соли на 3-литровой банки воды. Это получается 9 литров на 2 килограмма соли. 9 литров воды плюс 2 килограмма соли. Если процесс будет в вашем случае менее заметный, то концентрацию соли можно увеличить, не боясь за культурные растения. Так что пальчики вверх, подписываемся на мой канал, заходим в гости. Обязательно ставим колокольчик, чтобы не пропустить более интересные и полезные видео на моем канале. Всем удачи, здоровья и всех благ. Пока.